Надежда обрела свой дом. Новоселье Надымский клуб матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, отметил в торжественной обстановке. Помещение – подарок от районной администрации. С ремонтом помогли надымские газовики – давние социальные партнеры. Хотелось бы поблагодарить Сергея Николаевича Минишикова за то, что он идет нам навстречу, что он нам помогает, что он нас слышит. Клуб «Надежда» был организован в 2006 году. Сегодня его посещают 25 семей, воспитывающих 35 особенных детей. Теперь у общественной организации есть не только юридическая регистрация, но и фактический адрес.